సృష్టికర్తా లోకకర్తా సర్వకారణకర్త విశ్వామిత్రో బ్రహ్మవేత్త సృష్టి ప్రతిఖ్యాత మహావీరో మహాతేజో విశ్వామిత్రో మహాముని
О, почтенный мудрец, что это за звук? О, сын Господа Брахмы, ты всегда путешествуешь по трем мирам. Я чувствую, что ты очень хочешь что-то сказать. О, мудрец Брихаспати, во всех трех мирах от тебя ничего не утаишь. Брихаспати без сомнения обо всем осведомлен, но твоя манера говорить очень интересна, выразительна и привлекает всех, поэтому, Нарада, будет лучше, если ты сам все нам расскажешь. Но с чего я должен начать? С самого начала. Хорошо. Творец Вселенной, Брахма, назначил своего сына Кушабрахму править землей. Многие годы Куша царствовал на земле. После него осталось четверо сыновей. Кушастамба, Кушанад, Атурта-Раджас и Васун. У Кушанада было 100 дочерей. Он выдал их замуж за Брахмадута. Он совершил жертвоприношение, чтобы получить сына. Результатом этого жертвоприношения стало рождение сына, которого назвали Гадхи. У Гадхи родилась дочь, которую назвали Сатьявати. Гадхи также совершил жертвоприношение, чтобы получить сына. У него тоже родился сын, которого назвали Вишварадха. Прошли годы, и Гадхи решил сделать своего сына царем. Министр? Да, Ваше Высочество, отправь кого-нибудь за царевичем и скажи ему, что наступает благоприятное время для коронации. Как прикажете? Царевич? Отец вновь известил о том, что наступает благоприятное время для коронации. Скажи всем, чтобы они научились ждать меня. Или он достаточно смел для того, чтобы отказать в ожидании будущему царю? Да если я пожелаю, то одной своей стрелой остановлю колесницу Бога Солнца, но никто и никогда не должен останавливать колесницу Бога Солнца. Только для того, чтобы доставить тебе удовольствие, я выслушаю Мохурту. Шанно Митрашам Варунаха, Шанно Бхаватварьяма, Шанно Индро Брахаспатихе, Шанно Вишвадаракрамаха, Намо Брахмане, Намасте Вайо, Твамева Пратчакшам Брахмаси, Твамева Пратчакшам Брахма Вадишьями, Ритам Вадишьями, Сатьям Вадишьями, Танма Мавато, Таттаттарам абату, абадумам, абадуваттарам. Ом шанти, шанти, шанти. Я выражаю свое почтение Маходе и ее трону. Я счастлив, что Господь дал мне этот трон и возможность служить жителям Маходой. Я надеюсь, что как царь я выполнил свои обязанности. Сегодня я прошу разрешения покинуть Маходу и оставить трон. Я уже стар. Я слишком слаб, чтобы нести бремя короны и своего царствования. Я надеюсь, что мой сын Вишварад будет в состоянии вершить справедливость при вашей поддержке, любви и вере. Ваду Аме Мурат.
О, сын Вишварат, наследование царства не означает, что ты являешься только правителем этих людей. Пастух является слугой коровы, в чем в имени находится молоко. Оно находится там не по прихоти царя. Садовник лишь присматривает за цветами и растениями, он не является их хозяином. Фрукты и аромат цветов — это собственность деревьев и других растений, а не садовника. Сын мой, корона и трон подобны большому мешку, наполненному обязанностями, который царь должен нести всю свою жизнь. Всегда помни о том, что царь не господин, а слуга своих подданных, и его главнейшая обязанность и цель — заботиться об их благополучии и счастье. Сын, меч, который носит царь, служит охране счастья и безопасности его подданных. Только глупый царь смотрит на этот меч как на свою собственность, используя его для утоления жажды своих амбиций и желаний. Царь не имеет прав в своем царстве. У него есть только обязанности. Только обязанности. Вот почему его кольцо не символ его прав, а отражение его обязанностей. О, Вишварат, сын мой, с этим наказом я прошу тебя взойти на трон, который принадлежал моим предкам и который будет принадлежать тебе. Поддерживай уважение и традиции своих предков и думай о себе не как о правителе, но как о царе, который служит своим подданным. И, сын, не забывай, никогда не забывай о том, что гордость не украшает царя. Она, подобно термитам, разрушает его и его приближенных. Сын мой, вырази свое почтение истории, которая покоится на этом троне. Взойди и займи свое место. Yeah!
Я победила царя. Я победила царя. Что случилось? Я не люблю слово «поражение», когда оно обращено ко мне. Неважно, дорогая, в игре или в войне. Поэтому я приговариваю к смерти эти игральные кости за то, что они оскорбили меня. О чем ты думаешь? Победив меня в этой игре, ты заставила меня задуматься о том, что я не одержал еще победы сегодняшнего дня. Это не то, о чем нужно беспокоиться. Нет, именно об этом и нужно беспокоиться. Представь себе, что это за священник, владеющий только тем знанием, которое досталось ему от предков? Что это за воин, который принимает все заслуженное и незаслуженное и не хочет расширять владений, доставшихся ему от предков? Что это за торговец, который не пытается создать собственный рынок? Дорогая, может ли что-то быть более тяжким оскорблением для глаз, чем отсутствие снов? Сны видят закрытыми глазами. Но если чьи-то глаза закрыты, и его жизнь, и его глаза будут оскорблены. Так что, это значит, что я должен стать слугой этих насекомых, которых мой отец называет людьми? Это будет означать, что моя жизнь будет в их руках, что мои амбиции ни к чему не приведут? Должен ли я отказаться от полноводной реки и чувствовать себя довольным, проведя свою жизнь за чашей с водой? Дорогая, я царь. Границы моего царства должны шириться, я должен идти во главе своей армии. Но в чем вина тех границ, которые ты хочешь стереть? О, царица, их вина в том, что они стоят на пути моих амбиций. Слава царю Вишварадху! Прекратите выкрикивать это! Что сделал я такого, чтобы это приветствие разносилось по этому дворцу? Я лишь просиживаю этот трон, доставшийся мне от отца, и правлю теми владениями, которые от него остались. Увеличил ли я их? Пытался ли я расширить границы этого государства? Нет. Я не сделал этого. Сегодня я принял решение. Я пойду на войну во имя расширения своих владений. Зачем ты говоришь об этом, царь? Твои подданные счастливы, твое царство процветает и благоденствует. Мы дружим с соседствующими государствами, и они гордятся нами. Если ты объявишь войну, страх распространится повсюду, и мир твоих подданных будет находиться под угрозой. О, царь, не объявляй войну. Гораздо лучше будет объявить о мерах по увеличению благосостояния твоих подданных. Министры сами могут присмотреть за их благосостоянием. Царю не пристало тратить свое время на подобные вещи. Что это за царь, который не использует свою отвагу для расширения своего государства? Именно в этом состоит первейшая обязанность царя. Пусть войска готовятся к войне. Царь, не отдавая этого приказа, «О, святой Гаутам, добро пожаловать! Ты прибыл в очень благоприятный момент. Я ухожу на войну. Благослови меня на победу!» О, царь, сейчас неподходящее время для войны. Земля нуждается в силе для поддержания плодородия, а благословения святого не могут нанести ей вред. Я попросил твоих благословений с того момента, как ты пришел сюда.
Я не святой, который просит милостыню. Даже если эта милостыня выглядит как благословение, я кшатрий. И наша сила находится в гордости за свои победы. У гордости нет ушей, которые могут услышать правду, или глаз, которые могут увидеть ее. О, царь, гордость — это болезнь. И как твой учитель, я молю Бога, чтобы Он избавил тебя от нее. У меня нет других благословений для тебя. Богом клянусь, если бы не был ты святым, здесь бы лежало твое мертвое тело. Пусть все говорят, что хотят. Я все равно отправлюсь на войну и вернусь только с победой. Слушайте все. Известие для всех подданных. Наш царь Вишварат собирается на войну и приказывает всем мужчинам в возрасте от 18 до 50 лет, включая крестьян, сопровождать его в качестве солдат. А ну пошли! Оставьте нас! Оставьте! Ну-ка, пойдем! Пойдем с нами! Не забирайте меня! Иди со мной! Thank you.
главнокомандующий: «Да, ваше высочество, кто живет здесь?» «Это обитель святого Васишта. Этой ночью разобьем здесь лагерь. Как прикажете?» «Матушка, что-то случилось, сын? У меня новости. Но только отец может объяснить, что это, очередная новость или проблема. Не говори загадками. Расскажи лучше, что за новость. Царь Маходы разбил лагерь недалеко отсюда. Разве это проблема? Как старший сын, ты пойдешь к царю и от имени своего отца пригласишь его в наш дом. Хорошо. Я бы хотел встретиться с царем. Пожалуйста, подожди здесь. Приветствую вас. Старший сын мудреца Васиштхи пришел встретиться с вами. Пригласи его. Приветствую вас. Я Шакти, старший сын святого Васиштхи. Добро пожаловать, сын Васиштхи. Как поживает уважаемый святой и его жена? По милости Господа, все хорошо. Матушка пригласила вас в жилище святого. Скажи, что я приду завтра утром. Санно Бхаватварьяма, Санна Индро Брахаспатихе, Санно Вишнару Рудрамаха, Намо Брахмане, Намасте Вайо, Твамева Пратьякшам Брахмаси, Твамева Пратьякшам Брахмавадишьями, Дутам Вадишьями, Сатчам Вадишьями, Танмамавато, Садбхактарамавато, Абадумам. Авату Бхактарам, Ом Шанти Шанти Шанти, Раджадхираджасья Свагатам, Раджадхираджасья Свагатам, Раджадхираджасья Свагатам, Сахана Бхавату, Сахано Бхунакто, Сахабеджангара Бхавахи, Тедасвинавати Тавастава Виджишавахи. Ом Шанти Шанти Шанти. Намо Шанкарая Тамаяскарая Тасваха,
Намас Шивая та Шиватарая та Сваха. Намас Тирчая та Коньяя та Сваха. Намас Фарджая та Варджая та Сваха. Намас Прадарная Чоттарная та Сваха. Намас Адарджая та Адарджая та Сваха. Намас Шакджая та Бенджая та Сваха. Намас Сикаджая та Правачая та Сваха. Намас Ринджая та Правачая та Сваха. Намакьям зилая чакшаданая часваха, намакка бадне дапуластане часваха, намогоршья чакрхья часваха, намасталья чакрхья часваха, намакхатья чакрхпарешья часваха, намохардья чакрхвешья часваха, намаппагам сабья чакрхья часваха. О, царь, твой поход за победой был успешным? О, святой, мои речи не знают слова «безуспешный». Как крестьянин возделывает свои поля, я выкорчевываю флаги остальных государств. И так же, как крестьянин приносит плоды своего труда домой, я возвращаюсь с несметным количеством драгоценных камней и золотых монет. Удача сопутствует мне, я чувствую, что благословлен встреча с тобой. О, царь, пришло время обеда. Пожалуйста, прими наше предложение и останься. Но, мать, пригласить царя — это не так просто. Разумеется, царь. Но для нас это не составит труда. Возможно, это так. Но что, если со мной будет целая армия? О, царь, Господь всегда был к нам очень добр. Все твои солдаты — наши уважаемые гости. Арундати, приготовь все. Я пригласила царя Вишварадха в свой дом и с ним всю его армию. Пожалуйста, сделай все необходимое. Устрой все так, чтобы мы могли роскошно накормить царя, чтобы он забыл даже пиры своего дворца. О,
мудрец, скажи, откуда вы взяли такую вкусную еду? Нандини дает все нам. Она дает все, что у нее попросишь? Да. А я хочу еще больших сладостей. Круглых таких, больших. Очень больших. Конечно. Это что, настоящее ладу? Да. Я тоже хочу такой же, такого же размера. Хорошо. Но мудрец, должен сказать тебе, что никогда не пробовал такой вкусной еды. Все это по милости Нандини. Нандини. Кто такая Нандини? Так зовут нашу корову. Нандини, она живет в нашем ашраме. Но она должна давать только молоко. А я восхищаюсь всей этой едой. Если бы у меня был такой повар, да в обмен на него я могу засыпать половину этого ашрама половиной всех своих сокровищ. Нандини будет рада это услышать. Но почему? Я мудрец, я не так могущественен, чтобы накормить царя Маходы и всю его армию. Это стало возможным только благодаря Нандини. Она дает пищу каждому в соответствии с его положением. Но где эта корова? Царь, это наша Нандини. Я очень рад слышать ваши прославления. Благодаря своему могуществу я завоевал множество земель и присоединил их к своим владениям. Пусть мою победу празднуют по всему царству. Царь, сейчас неподходящее время для праздников. Царь, все царство измучено ужасным голодом. Погибло много людей. Земля превращается в прах. Пищи уже нет. Но, министр, почему это произошло? Согласно твоему приказу, все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет вместе с тобой ушли на войну. Кому было работать на земле? Поэтому пришел этот чудовищный голод. И теперь мы должны что-то делать с этим, мой царь. Нандини. Главный министр — это Нандини, которая принадлежит святому Васиштхе. Нандини?
Нандини, вот решение нашей проблемы. Отправляйтесь к вашему мудреца Васиштхе и приведите его корову. Но, Махарадж, она принадлежит его ашраму. Его жилище находится в нашем царстве, в котором все принадлежит мне, включая его ашрам и его корову. Даже не говорите мне «но». Я ваш царь, и моим приказам нужно повиноваться. Мое почтение, мудрец. Добро пожаловать, министр. Ты будто бы чем-то озабочен. Да, я озадачен, Риши. В чем же причина? Внутри меня идет борьба между моим положением главного министра и долгом подданного. Как может маленький человек противостоять большому? Главный министр — это просто должность. И в день, когда ты оставишь этот пост, он перейдет кому-то другому. Но у подданного гораздо больше обязанностей. И положением хорошего гражданина можно гордиться. Однако в наши дни уже тяжело увидеть хороших граждан, и это не очень хорошие новости для нашего царства. Гордость никого не доводит до добра. Даже Господь после сотворения Вселенной не показывал никакой гордости, поэтому и у человека нет для этого никакого повода, даже если он могущественный царь Махадаи. Если он приказал тебе нарушить какие-то правила, не стоит этому подчиняться. Но если ты пришел как представитель царя, то должен выполнить свой долг. Скажи мне, зачем царь прислал тебя? О, святой, ты знаешь, что царство мучает ужасный голод, и множество людей гибнет. Вот почему он приказал мне забрать у тебя Нандини. Но почему? Разве она принадлежит царю? У него нет права просить об этом. Но сейчас нет другого средства, чтобы спасти людей от голода, Брахма-риши. В обязанности мудреца не входит защита людей, это долг царя. Так как я отвечаю за это место, на мне лежит ответственность перед 10 000 учеников и теми, кто помогает мне. Если я отдам Нандини царю, как же я прокормлю их всех? Я бы не хотел оскорбить твой ашрама, мудрец. Оскорбить? Этот ашрам — храм богини Сарасвати. Как кто-то может оскорбить его? Такие мудрецы, как Гаутама и Капила, Агастья, приходили сюда, чтобы давать свои наставления. Благочестивая атмосфера этого ашрама всегда наполнена звуками священных писаний. Экономика, планирование, философия, музыка — все это изучается здесь. Не может быть даже речи о том, чтобы оскорбить этот ашрам. Как могут глаза, которые с благоговением взирают на это священное место, бросить на него оскорбительный взгляд? О, мудрец, только через призму царской гордости кшатрия это возможно. Именно так царь видит этот ашрам, через свою гордость. Но у гордости нет сословия или вероисповедания, и свою силу она может получить только от души, подобно насекомому, пьющему кровь своей жертвы. Скажи своему царю, что только из-за его гордости царство попало в такое положение, и теперь ему лучше раскаяться, а не демонстрировать ее. Этот мудрец имел мужество учить моего посла и ослушаться моего приказа? Я глубоко уважаю святого Васиштху, но своими действиями он оскорбил меня и мое царство. И мы еще посмотрим, как он не отдаст эту корову.
главнокомандующий, отправляйся в Ашрам святого Васиштхи и приведи эту корову Нандини. Матушка, прибыла царская армия, чтобы напасть на нашу святую обитель. Ты же сын мудреца и не должен так возмущаться. Царь подобен реке, вышедшей из берегов. Не забывай, что царь не верховный властитель всех правил и предписаний, а лишь представитель Верховного Господа, управляющего всем. Наш ашрам — это храм всемогущего Господа Брахмы. Если армия царя пришла сюда, то это нападение на самого Господа Брахму, а не только на это святое место. Неужели ты думаешь, что Господь Брахма не сможет защитить себя? Матушка. Мое почтение, матушка. Что же вас так обеспокоило, чтобы привести с собой целую армию? Я приношу вам свои извинения, матушка. Я беспомощен и вынужден подчиниться приказу царя. Я пришел за Нандини. Брахмариши Васиштха сейчас здесь нет, и мы подчиняемся только его указаниям. Простите меня, матушка, но я не могу ждать, пока мудрец вернется. Вы хотите забрать Нандини силой? Если понадобится, мне придется это сделать. Идите, заберите Нандини. О, мать Нандини, я слабая женщина. Я не могу защитить тебя. Мать, только ты можешь защитить святость этого места.
Не хочешь ли ты мне сказать, что армия, которая помогла мне водрузить флаг моей победы во всех сторонах света, была разгромлена учениками и последователями этого мудреца? Своим поражением ты унизил армию царя Махадаи, сына царя Гадхи. Я пойду сам и лично преподам урок этому старому мудрецу. Необходимо уведомить его в том, что он является моим подданным и потому обязан следовать моим приказам. Неужели ты считаешь, что это правильно нападать на жилище святого Васиштхи, сына Господа Брахмы? И все из-за какой-то коровы. Она уже не просто корова для меня. Она символ моего самоуважения. Она — это флаг бунта, который святой Васиштха выкинул против меня. Поэтому так важно, чтобы этот мудрец понял, что подчинение приказам царя — это первая обязанность для всех и каждого. Он оскорбил меня. Твоя гордость уже переросла тебя. Это не гордость, царица. Это уверенность в собственных силах. И это самый драгоценный камень в моей короне. Если бы он попросил меня не забирать его корову, я бы выслушал его. Но он просто отказался подчиниться. И это уже мятеж против царя. Мятеж, за который он должен понести наказание. Он должен быть наказан. Главнокомандующий, иди, приведи Нандини. Я увижу, чем она так хороша. Остановитесь. Твой гнев неправеден, о царь. Твоя упертость тоже, мудрец. Эта земля — часть моего царства. Ты — представитель Бога. И то, как ты демонстрируешь гордость, не делает тебе чести, царь. Гордость — это украшение всего царства, мудрец. Ты живешь в Маходае. Я приказываю тебе отдать мне Нандини. Маходая охвачена голодом, и нет иного средства, чтобы спасти людей. Это ты причина голода, царь. Ты так гордишься своей армией. Объяви же войну голоду. Жена мудреца, не испытывай мое терпение. Царь, я знаю о том, что у тебя нет даже намека на терпение. Как же кто-то может испытывать его? Если бы ты обладал терпением, то вместо захвата других государств ради удовлетворения своих амбиций, тебе бы следовало оценить, через что прошли твои подданные. Если бы твои уши могли услышать правду, ты бы услышал о том, что во всем твоем царстве земля перестала приносить урожай. Наступивший голод — лишь отражение твоей гордости, царь. Так ты отдашь мне Нандини или нет? Если нет, я превращу все, что находится в этом святом месте, в пепел. Даже если ты сожжешь здесь все до основания, Нандини тебе не достанется. Что ты тогда будешь делать? Еще посмотрим, как Нандини мне не достанется. Она принадлежит не тебе, а моему царству. А ты служишь ей, и не более того. Ты прав. Я слуга, я не господин. Да, она принадлежит не мне, а всему царству.
И именно поэтому я не могу отдать тебе Нандини. Ты не все царство. Ты жаден и думаешь только о себе. И ты служишь не царству, а своему эго. Я пришел сюда не для того, чтобы слушать твои проповеди о моем характере. О, царь, это не наставление. Как житель твоего царства, я напоминаю тебе о твоем царском долге. Для нашего царства такой правитель, как ты, большая неудача. Ведь ты даже не можешь приказать своей собственной гордости уйти из своего сердца. Брахма-риши, о царь, попроси у нас Нандини не как царь, а как обычный житель этого государства, и тогда сможешь забрать ее. Я не спорить сюда пришел. Дайте мне четкий ответ на мой вопрос. Вы добровольно отдадите мне Нандини, или я сам должен забрать ее? Ты можешь увести ее, если сможешь. Для меня нет ничего невозможного. Я заберу Нандини прямо у тебя из-под носа. Царь, не трать понапрасну время. Ты никогда не сможешь забрать ее. Потому что, если корова, подобная Нандини, попадет в руки такому самонадеянному и эгоистичному царю, как ты, тогда она не сможет уже служить людям. Божественные создания, подобные ей, не предназначены для тебя. Усмири свое высокомерие. Стань смиренным, и только после этого возвращайся сюда. Ты сможешь обрести такую же корову, подобную Нандини, но не при помощи демонстрации своей силы, а лишь благодаря тапасе, свободной от стремления к наслаждению ее плодами. Нандини — это не плод моей тапасии, это дар всемогущего Господа Брахмы. Тогда я тоже стану совершать тапасию. О царь, ты страдаешь от болезни высокомерия, порожденного твоим эгоизмом. Если ты хочешь совершать аскезу, оставь весь свой эгоизм. Каменистый путь твоего эго не позволит тебе совершать эту аскезу и достичь тех плодов, которые будут принадлежать тебе по праву. О, мудрец, ты еще увидишь, на какую тапасию я способен, какие плоды я получу, и как я заберу Нандини с собой. Самека банка бакама ямахьям, каме сварове истрабадада дадо, куберадаве истрабадада, махарадаяраха, самраджам боджам, свараджам вайраджам, парештрикам раджам, махараджам. Должно быть, мое решение отдать бразды правления моему сыну и возвести его на престол удивило всех вас. Поскольку это решение было непредвиденным,
внимательно выслушайте, что я хочу сказать. Я оставляю свой трон и все атрибуты царя ради совершения аскезы. «О, царь, что ты говоришь? Разве ты не знаешь, что мудрец Васиштха оскорбил меня? Он забыл о том, что я царь, и что это я могу как даровать ему жизнь, так и приговорить его к смерти. Никто не может оскорблять права кшатрия. Я царь. В моих руках есть сила и власть, а мудрец может только раздавать благословения, ничего больше. Земля, на которой он живет, принадлежит мне, а речная вода, которую он пьет, деревья, дающие ему тень, все это мое. Мое. А он всего лишь один из моих подданных. И он имел мужество отказать мне, когда я сам пришел его просить. Да, он просто гордится местом, где живет, гордится своей мудростью. Я докажу ему, что я тоже могу стать Харишей, я тоже буду совершать аскезы и иметь свой собственный ашрам. О, Индра, все напуганные аскезы, которые совершает Вишварат. Я должен немедленно отправиться к Создателю этой Вселенной, Господу Брахме. О, Всемогущий Отец! О, Господь Брахма, Создатель Вселенной! Вишварат повторяет только Твое имя. О, нет, сын мой! Вишварат не произнес его ни разу. Мое имя повторяет его высокомерие. Но, Господь, если ты не слушаешь его молитвы, а Господь Шива уже здесь, кто же может остановить Господа Шанкура того, чтобы он даровал ему свои благословения? Ведь Господь Шанкара не может никому отказать. Вишварат просто будет просить его, и Господь Шанкар будет постоянно даривать его своими благословениями. А после того, как он их получит, кто сможет остановить рост его гордости? Да ведь из-за своей гордости и самонадеянности он уничтожит всю Вселенную. О, Всемогущий Отец, я пришел к тебе с просьбой не откладывать больше свой визит к нему. Narayan Вишварат, сын мой. Господь Брахма, приветствую тебя. Проси у меня все, что ты хочешь, сын мой. О, Создатель Вселенной, дай мне силу. А что такое сила для тебя? О, уважаемый отец, где можно найти силу большую, чем в оружии? Даруй мне все оружие, которым обладают полубоги, небожители, небесные стражи и существа божественные по природе.
«О Господь, я хочу обладать Нараяна-астрой, Пашупата-астрой и Брахма-астрой. Я думал, что ты собираешься просить меня о благословении, при помощи которого ты сможешь победить свою гордость и самонадеянность. Самонадеянность — это символ кшатрия, а гнев — это его знамя. О, уважаемый отец, как я могу отречься от самой своей сути, если ты удовлетворен моими аскезами? Даруй мне все, о чем я тебя просил. А если ты все еще не удовлетворен, я продолжу свою аскезу. Моя тапасья сделает тебя настолько беспомощным, что ты просто обязан будешь дать мне все, что я тебя прошу. Ты хочешь знаний или успеха? О, уважаемый отец, успех — это плод мудрости. Тогда проси меня, о чем должен. Я хочу обладать всем небесным оружием, а также знанием о его применении. Я прошу свои извинения за то беспокойство, которое доставил вам этот шум. Ты должен что-то сделать с этим глупым, заносчивым человеком. А сейчас он идет с небесным оружием. Это не война, Капиладжи. С другой стороны, железо невозможно расплавить без помощи огня. И чем больше фитиль у лампы, тем быстрее он гаснет. Подобно этому, его большое самомнение скоро уничтожит его истинную сущность. Каждая единица его оружия подобна такому фитильку. Небесное оружие для того и предназначено, чтобы уничтожить его собственное эго.
Добро пожаловать, царь. Сначала встань и поприветствуй своего царя, мудрец. И предложи мне священную корову Нандини. Тогда я, возможно, прощу тебе ошибки. Уважение невозможно потребовать, царь. Им можно только располагать. Если ты считаешь себя достойным уважения, то почему только с моей стороны? Вода, воздух, огонь, небо, земля — все будут уважать тебя. Ты уже не царь сейчас, ты царь царей, Раджа Риши. Перестань гордиться, здравомыслящий человек смиренен. Васиштха, я пришел к тебе не за тем, чтобы учиться, как себя вести. Я пришел, чтобы уведомить тебя о том, что уважать царя — это главная обязанность каждого подданного. Не забывай, что я уже не тот Вишварат, который из-за тебя познал вкус поражения. Я Вишварат, который своим могуществом самого Брахму заставил предстать перед собой. Брахма наделил меня небесным оружием. Но ты все еще не знаешь, о чем нужно просить. Господь Брахма лично явился к тебе, а ты удовлетворился всего лишь каким-то небесным оружием. О, царь! Вместе с этим оружием тебе следовало попросить покорности. Не трать попусту время, Васиштха. Я сказал тебе, что я пришел сюда не за тем, чтобы слушать твои советы. Я пришел за Нандини. Твоя медитация лишь сделала тебя еще более гордым, царь. Когда огонь уже горит, дровам жить остается недолго. Брахмариши Капила, у меня есть все небесное оружие, поэтому вам, твоим, лучше помолчать. Сражение будет только между мной и Васиштхой. Брахмариши Гаутама и Капила сказали правду, царь. Твоя медитация сделала тебя еще более гордым, и ты вернулся еще более самонадеянным, чем раньше. Обязанность царя — защищать собственность подданных. А ты не царь, ты вор, и противостоять тебе — долг каждого жителя. Ты не можешь безнаказанно обманывать людей только потому, что ты стал императором. Ты подобен простой реке, о царь, которая стремится слиться с морем и потерять себя. Но ведь ни одна река не может стать морем, не потеряв себя. И ту реку, которая не признает этого, ожидает участь быть поглощенной беспощадным оазисом. Даже я — это река, которая уже слилась с морем. И даже ты — река, но ты борешься с ним. Человек может сражаться со своей семьей, семья может сражаться со своей деревней, деревня — с округом, а округ может сражаться со своим царством. Но никто из них не сможет победить. Точно так же, если река борется со своим морем, ей останется только быть поглощенной пустыней. Используй же свою силу для служения морю, что означает служение всему человечеству. Твои подданные тебе не принадлежат, о царь. Это ты принадлежишь своим подданным. Ты закончил? Не испытывай мое терпение, Риши. Если тебе дорога твоя жизнь, откажись от Нандини. Если моя жизнь не принадлежит мне, почему я должен дорожить ею? Моя жизнь принадлежит Богу, поэтому у меня нет права отдавать ее кому-нибудь. И никто не имеет права забирать ее у меня. Если же для любви у меня есть Бог, то почему я должен любить жизнь и таким образом опозорить свою любовь? Я требую Нандини,
как я могу отдать тебе Нандини, если она мне не принадлежит? Тогда я заберу ее силой. Ты уже пытался это сделать раньше, царь? Нет. Нет. Я не позволю тебе забрать ее. Для этого тебе придется сначала сразиться со мной. Ты будешь драться со мной? Ты? Я не воин. Но мой долг — объяснять подобным тебе, что то, что ты делаешь, неправильно. Правильно, неправильно, верно, неверно, таких слов в моем словаре нет. Все, что я делаю, правильно. Я не позволю тебе забрать ее, царь. Тогда сражайся со мной. Thank you.
этим оружием, которым ты так гордился, царь. Ты лишь вырыл себе яму. Не сомневаюсь в том, что ты постоянно медитировал. Об этом говорит то небесное оружие, которым ты обладаешь. Но также это доказывает бесполезность оружия в руках гордеца. Так что ошибка не в оружии. Как бы ни было хорошо семя, если его посадить в неплодородную землю, оно никогда не прорастет. Это также не ошибка гуру. Он всегда дает то, что ученик просит. Но также ученик должен быть достоин дара своего гуру. Из гордости не может произрасти ничего хорошего. Ты неправильно воспользовался своей силой, царь, что само по себе является грехом. Дома мудрецов — это источники знания и культуры, источники самого совершенствования каждого. Если ты пытаешься разрушить их, то оружие теряет свою силу и приходит в негодность. Эти ашрамы поддерживают сам принцип существования. Поэтому не борись с ними. Если жилища святых теряют свою силу, все царство приходит в упадок. Попытайся побороть свою гордость. Одно это уже спасет тебя и принесет благосостояние во все твое царство. Васиштха, не притворяйся, будто война между нами закончена. Это только начало. До сегодняшнего момента это была война за Нандини, но теперь это уже война между тобой и мной. Сегодня я царь, а ты мудрец. Но вот увидишь, я стану святым мудрецом. И когда я вернусь в этом новом качестве, я сумею справиться с твоей мистической тростью. Первый шаг на пути к святости — это смирение, царь. Сначала убей эго в себе, до тех пор, пока твоя сущность скрыта под покровом твоего эго, ты никогда не станешь истинным мудрецом. Неужели только браманы имеют право на то, чтобы стать истинными великими мудрецами? Нет, царь. Каждый человек является сыном Господа Брахмы, поэтому о неравенстве не может быть и речи. Не рождение, а деятельность определяют веру каждого. Каждый родившийся ребенок — это шудра, потому что еще ничего не успел совершить. Сын брахмана может стать шудрой, а сын шудры — брахманом. Поэтому не гордись своим положением кшатрия. Посмотри на свои поступки, и ты увидишь, какой ты кшатрий на самом деле. कर्मणा जायते द्विजः वेद ज्ञानं तु विस्त्राणां ब्रह्म ज्ञानं तु ब्राह्मणः अर्थात् это значит, что любой человек шудра по рождению. Его поступки могут сделать его кшатрием или браманом. Но по мере углубления его знаний и постижения им мудрости браманов, он становится браманом. Даже я в школе учил это. Но это только половина правды. А правда состоит в том, что я кшатрий по рождению, я всегда буду кшатрием и стану святым браманом, воином. И ты увидишь это. Эта война будет только между тобой и мной. Васиштха, я одержу в ней победу. Я разрушу твою гордость святого мудреца, разобью ее в дребезги. Yeah.
Васиштха, он придет снова. Я уверен в этом. И когда бы это ни случилось, он будет уже не тем. Арундати, мне кажется, ты хочешь что-то сказать. Царь может только догадываться о своих силах. Я думаю, что упрямый ребенок в нем получил сейчас все возможности для роста. Этот ребенок не видит разницы между прохладой луны и жаром солнца. Когда он обожжет свою руку в огне солнца, он естественным образом поймет разницу между ними. Но не слишком ли это ранит его? Дай Бог, чтобы не слишком. О, мудрец, вас приветствует министр Айодхи. Мы рады приветствовать министра вашими Васиштхи. Все ли в порядке в Айодхи? По твоей милости и по милости Господа, у Айодхи и ее жителей все хорошо. А как чувствует себя царь? Он тоже себя чувствует хорошо. Они бы хотели провести коронацию принца Харишчандры, а такое благоприятное событие не может состояться без вашего присутствия. Поэтому царь Сатьяврат считает ваше присутствие на этом собрании очень важным. Министр, пожалуйста, не говори таким официальным языком с этим браманом. Что мне сказать царю? Передай ему, что я обязательно приду. Прежде всего, я приветствую святого мудреца Васиштху. Также я приветствую всех мудрецов, духовных учителей, царей и моих подданных, собравшихся здесь. Я был царем и носил корону достаточно долго. Теперь я устал от политики. Я достиг того уровня, на котором уже нет различий между дхармой, артхой и кармой. Поэтому я хочу найти свой путь, ведущий к освобождению. И хотел бы попросить ваших благословений на это начинание. Позвольте мне уйти в лес. И примите моего сына Харишчандру в роли своего будущего царя. Я приветствую это предложение, потому что ни у кого нет права останавливать того, кто выбрал своей целью освобождения. О, царь, Айодхья очень удачлива. Удачливо, потому что у нее есть такой царь, как ты. Я приветствую нашего семейного жреца Васиштху, всех приглашенных царей и других гостей. Великие цари, подобные Амбрешу, управляли Айодхьей и установили прекрасное правило. В результате своих благочестивых деяний в прошлой жизни я принимаю теперь этот царский трон от моего отца. Я заверяю всех вас, что религия и истина, которую защищали мои предки, останутся под моей защитой. Я клянусь,
следовать путем истины и дхармы, быть верным своему долгу согласно правилам моих предков и от всего сердца служить вам. Вся моя жизнь будет посвящена служению вам. Слава царю Харишчандре! Приветствуем вас, царь. Приветствую. Царь, вы выглядите очень усталым, обеспокоенным и разочарованным. Вы как будто бы встревожены после вашего ухода в лес. Вы правы. Меня до сих пор одолевают беспокойства. Я оставил свой престол только для того, чтобы отделаться от всего этого. Ради этого я оставил роскошь и хорошую пищу. Мое тело стало похоже на фитиль лампы, в которой закончилось масло. Но того, чего я хотел, не происходит. Небесные двери все еще закрыты для меня. Говорится, что двери на райские врата открыты для того, кто совершил 100 жертвоприношений. Я это сделал, но двери так и не открылись. Правда ли, что царь сначала должен отправиться в ад? Неужели мой путь на небеса лежит через ад? Но кто знает, в состоянии ли я буду после ада отправиться на небесные планеты? Если я отправлюсь на небеса в человеческом теле, все будут изумлены. К тому же ведь эта душа служит телу, и кто знает, найдет она мир на небесах или нет. Но как же я войду в небесную обитель в этом теле? Кто поможет мне достичь освобождения? Вы великий человек, вы обязательно обретете освобождение. Ваше желание отправиться в рай в этом теле вполне справедливо. Вот именно поэтому я и настаиваю на том, чтобы оно было выполнено. Только ваш семейный жрец Васиштха сможет удовлетворить ваше желание. Васиштха. Продолжение следует...
Приветствую тебя, мудрец. Будь благословлен, о царь. Присаживайся. О, Риши, я пришел к тебе с вопросом. Что за вопрос? Ты говорил, что если я совершу 100 жертвоприношений, то обрету свой путь в рай. Я совершил их, но пути все нет. Ты не от всего отрекся, царь. Ты все еще жаждешь побывать в раю. Желание зависит от действий. Я хотел бы отправиться в рай в этом теле. Пожалуйста, скажи мне, как я могу этого достичь? В этом теле? Это невозможно, царь. Это должно быть осуществимо, потому что тело — это равный партнер души, как в хороших, так и в плохих деяниях. Почему же тогда тело не может разделить с душой награду или наказание за общее деяние? Это было бы очень несправедливо по отношению к телу, мудрец. Дело тут не так просто, царь. Что такое тело? Это всего лишь комбинация 5 элементов — неба, земли, воды, воздуха и огня. Когда душа покидает тело, все эти элементы возвращаются на свои места. Когда тело уже не существует, как может оно отправиться куда-то вместе с душой? Именно поэтому я хочу отправиться в рай до своей смерти. О, мудрец, пожалуйста, помоги мне. Это выше моих возможностей, царь. Если люди начнут отправляться в рай или ад в своих телах, то постепенно все 5 элементов — земля, небо, вода, воздух, огонь — исчезнут, и Господь Брахма останется один. Ты этого хочешь? Я не Брахма, а мудрец. Я всего лишь человек и просто хочу отправиться в рай в своем теле. Пожалуйста, помоги мне. Сатьяврат, я говорю это тебе как твой духовный учитель. Если ты хочешь отправиться в рай, попытайся избавиться от своей рабской привязанности к этому желанию. Мудрец Васиштха очень жесток к тебе. Это неправильно, что он так тебя разочаровал. Да, я отправлялся к нему с большими надеждами на то, что он покажет мне путь в рай, даже в этом теле. Но он сказал, что это невозможно. Неужели мое желание никогда не сбудется? Неужели в этом мире нет никого, кто мог бы помочь мне достичь освобождения? О, царь, почему вы потеряли надежду? Шакти, старший сын святого Васиштхи, могущественный мудрец. Обратись к нему и найди способ удовлетворить свое желание. Царь, вы в порядке? Вы должны быть очень умиротворенными, потому что вы живете в лесу и стремитесь к освобождению. О, сын мудреца, твои благословения — все для меня. Дай мне возможность служить тебе. Пожалуйста, прими это. Прими это. А что случилось, царь? У тебя должна быть веская причина, чтобы делать такие подарки. Дарить подарки без повода — это грех. Отпускать мудреца с пустыми руками — тоже грех. Прошу прощения, но я не могу принять твой подарок. Просто скажи мне, что я могу сделать для тебя. С твоей помощью я хотел бы провести несколько жертвоприношений, но ты уже провел 100 жертвоприношений. Почему ты хочешь провести еще какие-то? Я хочу отправиться в рай в своем нынешнем теле. Ты должен был обсудить это с моим отцом, и он должен был показать тебе какой-то путь для этого. Многое препятствует тому, чтобы твой отец сделал это. Во-первых, он стар, и его разум не принял мою идею. Он боится выйти за пределы обычного пути. Мой отец боится? Это невозможно. Твои сомнения беспочвенны. Я думаю, что он просто боится Индру, поэтому и отказал мне.
Я решил, что теперь только ты можешь мне помочь, потому что ты молод, а принять новые и сложные пути могут только молодые. Только твои действия способны помочь мне попробовать исполнить мое желание. После того, как я успешно отправлюсь в рай в своем нынешнем теле, ты прославишься как молодой мудрец, не боящийся новых путей. Если мудрец Васиштха уже отказал тебе, ты совершаешь грех, спрашивая меня об этом. Я не говорю о греховном или благочестивом поступке, я уже оставил и те, и другие, и мое тело также ответственно за них. Поэтому какое право имеют небо, земля, вода, воздух и огонь разделить мое тело между собой и не позволить ему взять свою долю в раю или в аду? Это несправедливо по отношению к телу. Это подобно тому, что ты воспользуешься плодами труда рабочего, но не заплатишь ему. Ты обязан помочь мне. Царь, твое упрямство неоправдано. Твои замечания о моем отце больно ранили меня. Ты обманул сам себя, думая об исполнении своего невозбыточного желания. Ты пытался увести меня с пути истины, предложив мне эти драгоценности. Ты пытался заставить меня состязаться с моим отцом, поэтому твои грехи непростительны. Ты совершил непростительный грех. Я проклинаю тебя. Ты превратишься в неприкасаемого. कुछ कुंकुमेना
ಸ್ತುಭಮಣಿ ಪ್ರಭಯ ವಿಮಾತ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹರಿಚಂದನಜ ಪ್ರಸೂನ ಆಲೋಚಿತ ಭಗವತ ಸುಭಗಂ ವಿರಾಜಂ
ओमस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्व ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रगल्भस्वरूपं स्फुरत् कङ्कणाढ्या
अहम रंगमानस्तन प्रांत हारा महानील रत्न प्रभा कुंडलाभ्या स्फुरत्स्मेरा वक्त्रां भजे पुण्य संध्या सदा तत्त्वमस्यादि वाक्यैकदम्यां महामोक्ष मार्गैकवाचेय रूपां महासिद्ध विद्याधरै सेव्यमानाम् भजेऽहं भगवत्पादं पूर्य सन्ध्या कृतं भोज्य मध्ये परां नायमीडे सुखासीन सद्राजहं सम्मनोज्ञाम् भजामस्तु वामो वदामस्मरामः भजामस्तु वामो वदामस्मरामः विश्वरथ Дорогой сын, ты потомок Господа Брахмы, потому что твоим предком был его сын. Осознай свое положение и цени его. Ты еще не знаешь об этом, но ты можешь очень многое дать этому миру. Поделись с ним своими знаниями, сын мой. Но это будет возможно только если ты забудешь о своем эго. Чего ты добьешься, если ты просто будешь расширять границы своего царства? Лучше расширь границы своего сердца. Ты не Шри, но ты выглядишь в точности как она. Ты не мать Сарасвати, хотя так похожа на нее. Ты не богиня Парвати, но и на нее ты похожа. Ты словно вобрала в себя их всех. В тебе я вижу божественный свет Брахмы, Вишну и Махеши. Насколько же я удачлив, что вижу перед собой олицетворение всех божественных энергий. Сын мой, утром солнце выполняет свои обязанности как Брахма, днем как Махеш, а вечером как Вишну. Ты прошел сквозь жар этого солнца, послушного своему долгу, достиг его сердца и вызвал меня. Ты украсил меня воспеванием ведических гимнов. Не ты создал меня, но мое проявление вызвал именно ты. Сегодня ты благословил весь мир спокойствием, счастьем и процветанием. И этим благословением являюсь я. Когда ты был воином, тебя называли Вишварат. Но теперь ты стал браманом. Ты повторяешь мантру Гаятри, и я приняла ее форму. Повторяя эту мантру, каждый может достичь освобождения, может достичь мира и счастья. Воистину, это твое благословение для всего творения. Оно делает тебя другом каждого в этом мире. Отныне тебя будут звать не Вишварадха, а Вишвамитра, друг всего мира. Оцени богатство своего нового «я» по достоинству и защищай его. Теперь только время помнит имя Вишварадх. Но все творение с глубоким почтением будет произносить имя Вишвамитры. Да будут твои дела благочестивыми, а твой разум умиротворенным. Будь уважаем всеми. Пожалуйста, благослови меня, чтобы я стал святым мудрецом. Даже Господь Брахма не может дать тебе такое благословение. Такого положения одним благословением не добьешься. К тому же ты еще не готов стать им, потому что ты все еще хочешь награду за свою медитацию. Попытайся избавиться от пут жадности, сковывающих тебя, и встань на путь смирения.
Зачем я хотел отправиться в рай в этом теле? Даже если бы я добился этого, почему я не выбросил эту мысль из своей головы? Если же это желание было настолько сильным, что я не мог игнорировать его, почему я просто не удержал его в своем сознании? Зачем я пошел в вашем Васиштхе в поисках его помощи? А когда он сказал о невозможности исполнения моего желания, почему же я не послушал его? Зачем я пытался убедить Шакти помочь мне? Пусть я сделал и это, но почему в момент его гнева я не попросил у него прощения, припав к его стопам? Я совершил 3 греха, за которые он превратил меня в тришанку. Почему я опустился до греха? Тот ли я Сатьяврата, которым гордилась вся Айодхья, и прощаясь которым никто из жителей не мог сдержать слез? Узнают ли они Сатьяврата в таком виде? Я не Сатьяврат. Теперь я Тришанку. Кто спасет меня? Кто спасет меня? О, святой Вишвамитра, спаси меня. Возьми меня к себе. Спаси меня, пожалуйста. Встань, о царь Айодхи. Что же ты сделал с собой? О, мудрец, это долгая история. Сначала пообещай мне, что поможешь. Пообещай, что укажешь мне путь. Ни один мудрец не может отказать в просьбе о помощи. Скажи, чего ты хочешь? В чем твое желание? Я прошу о том, чего даже святой Риша Васиштха не смог дать мне. Васиштха отказал тебе? Но Вишвамитра не поступит с тобой так. Даже солнце и луна могут сойти со своих орбит, но Вишвамитра никогда не нарушит своего обещания. Не зная, я пообещал исполнить твое желание, от которого отказался даже твой семейный жрец Васиштха. Но сначала скажи мне, кто сделал это с тобой? Это проклятие. Чье проклятие? Сына Васиштхи, Шакти. Почему же он проклял тебя? Потому что я не последовал указаниям Васиштхи. А что же Васиштха сказал тебе сделать? Он сказал, что мое желание невозможно исполнить, что оно греховно, и поэтому я должен выкинуть его из головы.
В чем же оно состоит? Я говорю, что это тело не просто покров, скрывающий душу, который может сменить один покров на другой, что душа без тела не может сделать ничего. Если я даю милостыню, я делаю это этими руками. Если я совершаю паломничество, то при помощи этих ног. Если я помогаю своим подданным, то я выслушиваю их этими ушами. Именно эти глаза видят солнце и служат ему. Это тело — часть меня. Без него я — ничто. Даже когда я говорю о себе под собой, я подразумеваю и это тело. Я хочу отправиться в рай в своем нынешнем теле. Твои слова не выглядят беспочвенными. Можешь не сомневаться, я исполню твое желание. О, царь, нет ничего более великого, чем сострадание, и нет более благочестивого дела, чем помощь нуждающимся. Я научу тебя, как совершать жертвоприношение, которое перенесет тебя на небеса в твоем теле. О, мудрец, прими поклоны старшего сына Вишвамитры. Это мои младшие братья. Присаживайся, сын мой. Что привело тебя сюда? Мудрец Вишвамитра собирается проводить особое жертвоприношение, и он пригласил на него тебя. Что за особое жертвоприношение? Для того, чтобы помочь одному человеку достичь райских планет. Я никогда не слышал ни о чем подобном. Даже он проводит это жертвоприношение в первый раз. Если бы кто-то сделал это раньше, вы бы определенно слышали об этом. А для кого он делает это? Для Тришанку. Тришанку? Кто это? Это бывший царь Айодхи. Царь Сатьяврат? Как же он превратился в Тришанку? Он стал им из-за проклятия Шакти. Сатьяврат, который превратился в бродягу из-за проклятия Васиштхи, для этого человека Вишвамитра собирается проводить эту ягью? Вишвамитра потерял остатки разума из-за своего эгоизма. Жертвоприношение ради райских планет для проклятого человека? Неслыханно. Постарайся убедить своего отца изменить его взгляды. Жертвоприношение ради райских планет, надо же. Душа может отправиться в рай только из-за хороших поступков, а не при помощи какой-то яги. Только глупый человек и противник дхармы может планировать совершать ее. Подобные слова не подобают такому мудрецу, как вы. Вы подчинили себе гнев, похоть, жадность и любовь. Я не могу принять участие в яге, которая направлена против религии. Яги ради райских планет. Яги ради райских планет, я, конечно же, приду. Но что это такое? Вишвамитра совершает жертвоприношение, чтобы отправить Тришанку в рай в его нынешнем теле.
Мы не можем принять его молитвы, потому что они идут наперекор правилам всего творения. Даже после совершения 100 жертвоприношений, если человек не пожертвовал своей жизнью, богатством и своими желаниями ради блага всех людей, он не может попасть в рай. Мы уверены, что необходимо помешать успешному проведению Вишвамитры этой яги. В противном случае каждый человек будет пытаться попасть сюда. Если это случится, больше не будет разницы между райскими и земными планетами. Рай не будет чем-то особенным. Агридев! Бог огня! Это ты принимаешь наши молитвы и передаешь их в рай. Как можешь ты отказываться от того, что я предлагаю тебе? Не гневайся, мудрец Вишвамитра. Кому я должен передавать твои пожертвования? Никто из богов и богинь не хочет принимать их. О, мудрец, мне кажется, я не способен достичь рая. Из-за своей неудачливости я докатился до бродячей жизни, которая переведет меня в ад. Не огорчайся, царь. Ты думаешь, что я завишу от какого-то огня, чтобы доставить свои молитвы на райские планеты? Если огонь пренебрегает ими, я обойдусь без его помощи, изменив правила священных писаний о необходимости огня для проведения яги. Начинайте. Ямая сваха, ямая даннамама, нирутая сваха, нирутая даннамама, варудая сваха, варудая даннамама, ваябе сваха, ваябе даннамама, кубера сваха, кубера даннамама. Ишаная сваха, Ишаная даннамама, Урдхапурушая сваха, Урдхапурушая даннамама, Пртивьяй сваха, Пртивьяй даннамама, Ом Бхурдхавасу васваха. Нет, мы не примем эти подношения. Индра, ты обманул меня. Ты единственная причина, по которой полубоги отказались принимать мои подношения.
но ты недостаточно хорошо меня знаешь. Это я своей силой, силой своей медитации призвал мать Гаятри. Это я попросил у нее забрать Тришанку в рай, в его нынешнем теле. Ты остановил полубогов. Но тебе не остановить мать Гаятри. Это невозможно. Vishwamitro Brahmaveta Srushti Srushti Pratikhyata Mahaviro Mahatejo Vishwamitro